Привет, ребят, меня зовут Ася. В этом видео будем смотреть видео Мармока по CSGO. Называется «Нутром чует». Знаете, я тоже нутром чую обычно, когда еще маслину на меду поймаю. Вот прям не подводит меня интуиция в этом деле. Не забывайте ставить лайки и подписываться, если вам все понравится. И каждый день с 19:00 по Киеву неизменно я веду стримы, поэтому заглядывайте, поболтаем, повеселимся. У нас уютно. Буду ждать. Все, давайте смотреть. Убегу, селись, меда. Нет тут уж никого. Он на меду, типа. Ба-ба-ба. Отлично, я попал именно туда, куда не хотел. В стороне Пресвятая Троица. Как туда, куда надо? Вообще? Как раз они выпрыгивают в молик. Это что, это тактика просто, не все ее выкупили. Ставят каку. Да ты присядь. Эпс. Отдохни. Ну, я уже не Эпс. Хотя, может, и там будет. Олег, блин, из твоей инфы я понял, что у тебя ее нету просто. Ржу. Вот это, да. У меня была умная мысль, но потом вспомнил, что я все забыл. Она сдула, да? Блядь, что за джунгли, ебать, все прыгают. Как бы нам это затащить, а? Давай закрой глаза и окажусь там, где мы уже затащили. Кажется, не затащили. Ну, короче, как всегда. Он же отвлекся, я просто не заимел его. Какой хэдшот через жопу. Через простату в мозг прямо. Говно, блядь, в рот затолкал ему. Давайте. Я хочу дигл. Най. Ой, хорошо. Самый самолет. Я его развел, это был байт, нормально. Я им воспользовался. Ты шо? Ну давай. Пола не ел. Тут, да. Ой, ёбаный, ты чё творишь? Трахай до конца. Ну, почти. Я не услышал из-за вашей похвалы, блядь. Хвалите меня тише, челядь, пожалуйста. Сам молодец. Ты хорош, молодец. Блядь, как приятно. Такой хорошо. Смотри, теперь они эко делают, да, блядь. Ну, охуенно. Членососы. Я пойду на Б. Олег, ты что будешь? Просто одним словом описал. Я даже не пытался. Что там боится? Олег, ты где будешь умирать? Нормально. Ты здесь будешь умирать? Я ее буду убивать. Я буду уходить. Хорошо. Всегда пожалуйста. Так как-то странно, уже идет третья минута видео, еще ни одного эйса. Пожалуйста. Зато у нас же будет вейп. В натуре. А ты девушка или человек? В смысле, девушка или человек? Не пацан. Ага. Да, куда? Ты в 5 классе учишься? Нет, я 8 перешел. Девушки у нас теперь отдельные, да, создания существа такие? Не человекоподобные больше. Угу. Бля, прости, брат. Блять, прости. Я подумал, что ты школьник. Я опасный. Вы чё, гнильё? Ещё кота забрать, да? Ты шо, сука, не боишься поебалу получить? У меня полный раскид гранат, броня, калашников. Грех такой не засейвить. Я засейвлю, потом разъебую. Хорошо. Освещаю им путь. Засейвил, да? Освещаю им путь еще раз. Иду чекать. Ой, хорошо. Кажется, я 2 лица чекнул. У меня тут одному кожу сбрил. Там еще... Ну, как обычно, вангу, ща будет эйс. Чё дед? Соленый. Соленый. Бомба на меду. Эй, слышь, я оценю твою любезность. Олег, дай мне эйс. Я обещал их разъебать, и пока у меня это получается. Я ощущаю... Ой. Чувствую мощнейший запах эйса. Это был невкусный помидор. Най. Ни хрена не вижу. Он тут? Хорошо. А где он был? Покупайте наушники, как у меня, Biodynamic DT770 Pro, и тогда вы будете слышать шаги, нахуй! Это ААА. Я его убью за тебя, Богдан.
Давай, у него ФАМАС. Он выглядит как гандон. Я понял, брат. Ведется поезд гандон. Олега вообще убили просто. Саны дымы, вы что думаете, я в окно не протиснусь? Под паласом и ниндзя. В смысле ниндзя? Где? Я боюсь ниндзя, Богдан, не пугай меня там. А что происходит с этим человеком? Почему так хорошо играет? На меня так страх действует. Ты ниндзя, да? Ай, ну почти. О, боже мой. Молодец. Ну все, я в порядке. Я уже испугалась, что я не могу ванговать совсем. Все, как обычно, за гаданием в комментарии. Сейчас, блядь, заебись. Либо у меня за раунд успел хвост отрасти, либо это у меня из жопы говна торчит. Господа, я дико извиняюсь, можно я отойду чек на одно место? Ладно, ага. Я дам вам фраги, не приду. Они жирно тебе хае будут, слышишь? Учимся экономить с Мармоком. Так это что получается? Я могу теперь флешки клянчить, да? Ой. Дай мне флешку, Олег! Вау! Бесплатная флешка. Двухстволка! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Это бобо, наверное. Куда бы флешку кинуть? Красиво. Уже! Вау! Блять! Ноускоп! Я раскрылся! Целый раунд просто с ваг-моментами. В самом существе! Это все твоя флешка, Олег. Это по-любому все твоя флешка. Ты жив там, Олег? Угу. Ну, хорошая работа, Олег, получается, да? Покажи. Ха! Ой, хорошо. Он тоже так думал. Ну, справа, Кирилл. Мне как-то рассказывали, что это напротив лево, Кирилл, если что. Ты видел, там тело торчало. Я пошел резать. Что такое? Кто это? Отвали со своим этим самым. Класс. Спасибо. Этот момент, это мгновение, когда ты поймешь, что ты пиздец. Когда ты смотришь в глаза смерти. Еба. Так вот он какой оргазм. Говно, какое бомбу на меду оставило. Шорт последний. Шорт, слышишь, да? Приляг, отдохни! Хоть есть! Один секретка и один здесь улица. Ага. Блин, мне надо вести себя очень тихо, у меня капец как мало жизни. Меня сейчас можно убить обычным оскорблением. Я нашумел! Надо приступ. Не падай только, это не выход. Не достанется же ты никому, Мармок. Это что за вон, который всех тут положил, а? Поцелуй меня в рот! Мне кажется, я так себе его оскорбил сейчас. Ну ладно, тут это... Я пошел, шансик нарисовался. Давай! Хорошо. Ебать, я не думал, что зайду так далеко. Будет плач или нет, будет или нет. У меня под языком вспотело. Ты что не кричишь, когда идешь? Ты что, нормальный? Седло, седло. Отлично. Сосать. Ёбаный рот, Олег, я начинаю тебя бояться. Оба яма, один без ебала. И со сломанной жопой. Бомба выпала, хорош. Ты что здесь мусоришь, шакал? Я огурец ему кинул. Он с ВП там. Именно поэтому я плечико оголил и попытаюсь его сейчас соблазнить. Ах ты! А он там вообще! Хитрость в узких джинсах. Задача усложняется. Ты смотри на него, тебе что, рот заправить нахуй? Бой в сайте. Клиторами трутся, да? Один пидор. Один пидор в сайте. Да это... Допустим, я что-то там увидел. Все, а сейчас командная игра. Сейчас это, пожалуйста. Ты, сука, он вообще не промахивается. Он охерел, что ли? Хуя меня обижает? Убейте его, пожалуйста. На. Получил отомстили. Через посредника поебало, понял? Да. Какой же пиздец, как вы играете? Да вот все нормально, только начали. Че ты? Иди нахуй, животное ебаное. А, блядь, я тебе шанс дал, из мута вытащил, ладно. Какой ты там шанс дал, иди нахуй, мусор, ты мне... Алло. В
Вот обычно, когда таких токсиков в муд кидаешь, прям аж вот как будто бы облегчение твои уши испытывают. Истинное удовольствие, когда ты перестаешь это слышать. Вот у вас было такое? Алло. Добрый день. Засуньте свой добрый день себе в добрый вечер, понял? Как вы разговариваете с человеком, что подарил жизнь самому себе? Хотя, блядь, я не уверен, что я подарил жизнь самому себе. Ты что, из унитаза выпрыгнул в мать? Звучит оскорбительно, на всякий случай осуждаю. Как хорошо, что нас четверо подал. Как красиво мы их читаем, эй. Потому что мы красавцы. Я вас люблю вообще, мужики, вы понимаете это, да? Ну, как мужчин. Заходят. Снег завтра, что ли, выпадет, Мармок добрый? Заходят, заходят, а, шорт. У меня есть флешка, я могу помочь, но... Я чувствую, сейчас я достану флешку. Да бля! Сука! Че я все усложняю? Тайминги, я иногда тоже пытаюсь люблю думать больше, чем на это рассчитан мой мозг. Ой-ой-ой-ой! Хорошо. А потому что шторами надо пользоваться, юноша. Он с сюспом, по идее. Сюспом? Веришь, я с глока его трахну? А если он не сюспом? Не сюспом. Ну это как будто зависит от тепла, температуры, знаешь, что одно куда-то уходит, то второе выходит. Не, то... именно по размеру, не положение, а по размеру. Ну, говорят не про размер как будто, а про вот из-за того, что одно ниже свисает, второе выше. А вот про это. Не, ну это да, не, а именно еще про размер говорят, я вот об этом что? Удивлен. Что? Подождите, вы о чем? Сука. Про мужские яички. Сити и на двери. Бля, я смотри на ткись. Да холодец, блядь, тебе в рот, пес, сука. Я сегодня весь день попадаю чуть меньше, чем охуеть, как мало. Пес оттрахнул. Я хочу отомстить. Один далеко, один близко. Да, я умру. За коробками. За ящиком. За коробками. На, нахуй. Размен. Че, папа, ему няню? Кого-то я разъебал. Ну, хотя бы в размен, ибо месть — это то блюдо, которое подают друзья в КС вообще обычно. На нахуй размен! Спасибо, друзья, за просмотр, на этом все. Увидимся в следующем видео, я пошел корпеть дальше над своим секретным проектом. Посмеялся так, будто перед выходом из маршрутки я собираюсь пукнуть. Ну ладно, увидимся в ближайшем будущем, друзья. Пока. Классный видос, как обычно, от Пармока. Плюс настроение. Удивительно только, что не было ни одного эйса. Я прям даже в какой-то момент испугалась. Но были зато классные клатчи. И этого хватит, как говорится. Вот. Вы напишите, что понравилось вам больше всего. Будет интересно почитать. И встретимся с вами в следующем видео. Пока-пока.